Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас на распаковочке вот такая вот посылочка, которая мне пришла с магазина AliExpress. Здесь я подозреваю, что лежит скользящий так называемый матрас, скользящая простыня. Вот, соответственно, давайте же мы ее с вами откроем и посмотрим качество, посмотрим, как она упакована и в каком состоянии она пришла. Ну что ж, поехали! Так, ну что ж, давайте мы с вами их приоткроем. Самое главное, не порезать сам матрас. Точнее, простыню. Постоянно путаю эти два названия. Упакованную, мне кажется, проще порвать, наверное. Опа. Описание. Скользящая простыня. Скользящая простыня, трансфер для перемещения больного, используется в медучреждениях и в домашних условиях. Простыня трансфер служит для перекладывания пациента с каталки на кровать, либо для перемещения пациента в кровати. Например, подвинуть пациента к краю кровати, подтянуть вверх к изголовью. Можно даже повернуть одну простыню относительно другой на 90 градусов, для того, чтобы переместить больного из лежачего положения в сидящее. Скользящая простыня трансфера для перемещения больных представляет из себя два отдельных полотнища ткани. Ткань суперскользящая и очень прочная. Оба полотна помещаются под лежачего больного непосредственно перед началом перемещения. Для того, чтобы пациента подвинуть, необходимо потянуть на себя верхнее полотно. Благодаря суперскользящей поверхности, даже самый грузный пациент легко перемещается по кровати. Например, когда человека нужно посадить. После перемещения простыню из-под больного вытаскивают, поскольку ткань синтетическая и не обеспечивает необходимой воздухопроницаемости для того, чтобы лежать на ней постоянно. Здесь у нас, собственно говоря, вот такая вот темно-зеленая простыня от китайского производителя. Здесь еще какие-то два стикера. На самом деле даже не знаю, что это такое. С какими-то QR-кодами. Вот, выглядит это так. Почему именно в Китае? Потому что, допустим, покупая здесь в Москве, я говорю сейчас, это время до, наверное, февраля месяца, когда я покупал, то, соответственно, где-то выходит в 3 раза дешевле, чем в Москве. Так, давайте мы ее приоткроем и посмотрим. Здесь у нас вот такой вот материальчик. Простыня, она как бы получается двойная. То есть... А, нет, она не двойная. Слушайте, друзья, ее просто друг на друга накладывают. То есть между собой, вот вы можете этот посмотреть. То есть, допустим, когда больного кладете на постель, под него подстилаете данную простыню. И, собственно говоря, вот при любом весе вы можете, вот, ну, то есть я сильно сейчас давлю рукой, вы можете его свободно перекатывать. Вот, это сделано для удобства, чтобы, собственно говоря, с больным было проще как-то его перекатывать туда-сюда. Так что вот такие вот дела. Кстати, по размерам, что я могу вам сказать. В любом случае, параметры размеров будут указаны у производителя, да. А, слушайте, она сделана как, наверное, все-таки как такой, знаете, мешок. Да, она как мешок сделана. Она сделана как мешок, и она стелится, грубо говоря, как мешок. То есть и человек, он как бы лежит вот на таком мешочке, на который катается друг об друга. Хочу сказать, да, здесь материал он такой. Судя по всему, он еще и водоотталкивающий очень сильно. Ну и так что вот так вот. Сверху на эту простыню, я полагаю, что еще кладется обычная простыня. И по обычной простыне вы можете просто перекатывать человека. Так что вот такие вот дела. Это был вот такой вот маленький обзорчик скользящей простыни. Так что, друзья, если кому понравился данный мини-обзор, ставим ему палец наверх. Если у вас остаются какие-то вопросы, дайте мне знать.